Доброго времени суток, дамы и господа. Уверен, это видео понравится тем людям, которые не играли в прошлые дополнения, но при этом планируют много и очень много PvP-шить в Dragonflight. Суть в том, что когда стартует какой-либо сезон, мы наполняем полосочку до 100% и получаем сезонного маунта. Когда сезон кончается, этого маунта уже нельзя получить. На протяжении 4 сезонов Shadowlands можно было получить 4 маунтов. Теперь их можно просто-напросто купить за седло ярости. Седло ярости — это предмет, который тоже дается за заполнение полосы при играх в 2 на 2, 3 на 3, рейтинговые поля боя, а также нововведенная рейтинговая соус-суматоха. Отбиваем проценты, получаем седло. Далее, после того, как мы получили седло, мы идем в старый город у Альянса, общаемся с некролордом Сайпом, а у Орды это находится в Аргримаре, вот в этой золотой метки. Тут моб, как уже было сказано ранее, Некролорд Сайпу Альянса. За седла покупаются маунты. Вот он паук с первого сезона. Вот он, боевой охотник с четвертого сезона. Да, конечно, это не гладиаторские маунты, но хоть таким образом можно пополнить свою коллекцию и приблизиться к ачивочке, например, на 500 маунтов. Поэтому дерзайте, стартуйте, играйте аренки, играйте РБГ, играйте соло-суматоху, которая играется довольно-таки быстро, отбивайте проценты на седла и покупайте весь этот список маунтов. У меня уже все это куплено, поэтому седла будут просто валяться в банке мертвым грузом. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, до скорого!